Большой-большой-большой привет! Опять я спешу к вам со своими покупочками. Пробежалась опять по магазинам и, конечно же, не могла из них уйти, чтобы что-нибудь не прикупить из уходовых средств. Вот. И какая-то нашла на меня напасть. В основном это были почему-то крема для рук. Вот. У меня за последние дни как-то подошли к концу мои крема для рук. Я примерно где-то 5 или 6 тюбиков уже как-то использовались или подошли к концу. И вот им на замену пришлось что-то тоже подобрать. Хотя у меня кремов для рук очень-очень много. Вот. Была в нескольких магазинах. И что же я там прикупила? Вот. Во-первых, у меня кончился лак для волос от Шварцкопфа Тафт мой. Ему на замену я взяла вот такой вот лак для волос от Чистой Линии. Моделирование прически. Четвертый. Вот четверочка тут, сильная фиксация. 24 часа фиксации. Вот. Написано, что объем и фиксация. Надежная фиксация без склеивания волос. С фитокомплексом, с увлажнением, алоэ и шиповник. Содержит витамины, антиоксиданты, которые питают и придают блеск волосам. Я им один раз попользовалась. Не знаю, что сказать, с одного раза. Вот. Не особо как-то он мне пришелся по душе. Лучше бы я взяла опять от Шварцкопфа. Ну, не знаю, буду пользоваться пока. Пока не кончится, покупать больше ничего не буду. Ну, что он не склеивает волосы, так это точно. Вот, вот такой лак. Далее, что я взяла на распродаже, по распродаже в одном из магазинов, я взяла вот такой вот гель для душа Dove с инжиром. Вот, с инжиром и цветком апельсинового дерева. Сочное наслаждение. Это увлажняющий и питательный крем-гель для душа. Вот такой. Очень мне понравился запах. И там была скидочка примерно где-то рублей 20. Вот. И он меня привлек, и я его взяла. Гель для душа Dove мне очень-очень нравится. У них такая у всех такой кремовый, очень вкусный запах. Он голубенький. Сейчас я такого, ну, совсем практически белого, голубоватого такого цвета. Очень-очень интересный. Насладись неповторимой свежестью, изысканный аромат сочного инжира, цветка апельсинового дерева зарядит энергией и придаст вам сил. Глубоко питает и увлажняет кожу. Вот взяла на распродаже такой гель. Буду пробовать. Далее, что я взяла? Наконец-то взяла четвертое средство для трех своих других. Буду пробовать все в комплексе. Это вот от новинки Чистая Линия Идеальная Кожа. Последнее средство. Крем-актив против прыщей. Вот такой вот крем. Я вначале, он сделан очень интересным тюбиком, вот таким, такой тюбик, вот с таким носиком, как будто это точечное средство, но нигде на упаковке, нигде на тюбике, что это точечное средство, не написано. Наоборот, написано, что его можно применять на всю кожу лица, и он является прекрасной основой под макияж. Я им один раз попользовалась. Они мне очень понравились. То есть не они, а кремик этот очень сильно понравился. Буду пробовать еще. Это я взяла его в Окее. Далее в Окее у нас появилась серия Байкал Хербалс. И тоники, и шампуньки, вот. И я взяла такую двоечку. Это шампунь и бальзам. Вот такой восстанавливающий шампунь для ломких и поврежденных волос. Байкал Хербалс. Мне очень понравилось, как они пахнут. Очень
очень-очень нежно. Такой он там лавандового, такого лавандового цвета, сиреневого. Вот. Это у меня вербена и шикша сибирская. И льнянка, льнянка бурятская. И такой же точно взяла бальзам. Единственное, только что плохо, он без дозатора. Он очень густой, такого же лавандового цвета. Вот он там. Пахнет также превосходно, очень нежно. И как его оттуда вытаскивать, я не знаю. Может быть, подберу для него какой-нибудь дозатор. Вот такой. Далее я взяла от зеленой аптеки вот этот травяной настой для волос. Очень его хотела. У меня был опыт уже знакомства с зеленой аптекой. Я брала себе крем для рук. Это единственное средство, которое от зеленой аптеки я брала. Мы с ним как-то не сдружились. И вот я хочу попробовать сейчас вот этот травяной настой для волос. Это надо после мытья головы втирать его в голову и не смывать. Содержит экстракт люпина, хвоща, конского каштана и лопуха. Пахнет тоже очень-очень вкусно. Имеет дозатор. Он такая вот там водичка. Пахнет, пахнет травками. Вот. И такого он... Ну, просто у него такое спрей, спрей-распыление. Вот. Хочу очень попробовать это от выпадения волос. Вот такой. Далее, что я взяла, это вот такое вот маленькое средство от Москитол. Москитол – это спрей-бальзам после укусов. Устраняет зуд, устраняет раздражение от укусов насекомых, подходит для любого типа кожи, оказывает антибактериальное действие. Как-то меня последнее время, мы ездили на дачу, закусали эти комары, просто невозможный зуд, пришлось, ничто не помогало, вот это средство помогло. Тем летом я брала какой-то зелененький спрей, он не помогал абсолютно. Вот этот помогает довольно хорошо. Я им уже 3 дня пользуюсь, и ничего плохого о нем сказать не могу. По крайней мере, зуд он у меня снял. Вот, хорошее средство. Ну и далее переходим к кремам для рук. Решила я пройтись немножко по таким дешевым средствам, как говорится, вспомнить молодость. Взяла вот такой лимонно-глицериновый крем. Это от концерна «Калина». Самый обычный железный тюбик вот у него такой, крем для рук. Но больше он, конечно, подойдет на ночь. Немножко он такой довольно густой, желтоватенького оттеночка. Пахнет кремовым лимоном такой вот. И немножко он такой жирноватенький. Вот такой вот крем. Но на ночь подойдет. Буду использовать, может, на ночь. Далее, что я взяла. Крем для рук тоже по распродаже. Очень захотела попробовать вот этот крем Ворожея. Это Невская косметика. 4 в 1. Питает, защищает, увлажняет, регенерирует. Какой-то полный уход. Но тоже я попробовала 1 раз. 75 мл. Ну, я тут уже приоткрывала, вот как видите. Он такой тоже беленький. Ну, у него обычная кремовая консистенция. Такая вот обычная кремовая. Вот такой. И тоже мне показался запаха, ну, как такового запаха он не имеет, особо ярко выраженного. Вот. И что же нам тут обещают, что... Он обеспечит комплексный и необходимый уход за кожей рук, интенсивно питает, смягчает, повышает упругость кожи, придает ощущение свежести и регулярное использование сделает кожу рук мягкой, эластичной и нежной. Содержит оливковое масло, содержит ланолин, содержит комплекс витаминов А, Е и Ф и ментол, который охлаждает, уменьшает чувство усталости, создает ощущение комфорта. Вот я не знаю, может, от 1 раза я и не поняла, что тут содержится ментол. Это я вот
только-только прочитала, что он, оказывается, содержит ментол. Мне он руки не холодил. И наоборот, он мне показался очень жирным. И его, конечно, надо только использовать на ночь. Но вот оказывается, знаете, что тут написано? Что его прям надо наносить очень мало-мало, если вы хотите использовать как крем. И также его можно использовать в качестве маски для рук и наносить толстым слоем на сухую кожу рук и оставлять на 30-40 минут. Вот это вот, наверное, он очень хорошо подойдет для нанесения его как маски. Вот я обязательно попробую. Достался мне где-то по 27 рублей. На распродаже очень недорого. Далее, что я взяла? Я взяла... Давно хотела попробовать крем для рук от Натуры Сиберики. Наконец-то я его приобрела. Вот такой вот легкий крем для рук для ежедневного ухода. Крем просто суперский, впитывается очень хорошо. Нисколько я не пожалела, что его взяла. Вот такая вот баночка, тут 75 мл. Пахнет, он был запечатанный. Такая вот у него консистенция, не жидкая. Он беленького цвета, вот такой вот. Он достаточно кремовый, очень-очень плотненький. Нежно-нежно пахнет травками. Запах мне очень-очень понравился. Очень хороший крем, буду пользоваться. Написано, что он с дикорастущими травами Сибири и Дальнего Востока, что он полностью гипоаллергенный, что он без парабенов, синтетических красителей, содержит какую-то современную формулу и какие-то органические активные компоненты. Вот, и обеспечивает ежедневное питание и активное увлажнение. Содержит также кедровое молочко, молочко сибирского льна, мелиссу, таволгу, витамин Е. В общем, ухаживает за кожей рук день за днем. Вот, наконец-то, я приобрела такую себе красоту. Далее, еще один крем для рук, который я приобрела. Это даже целых два. Взяла в Ашане вот такой вот крем и вот такой. Очень хотела попробовать крем от Камил. Взяла вот такой. Мне тоже кажется, что он более подойдет для использования на ночь, потому что они, вот что этот, очень плотной консистенции, такой вот, беленький, вот, пахнет, пахнет очень вкусненько ромашкой. Вот такой вот кремик, достаточно жирненький, и я думаю, на ночь будет самое то. Написано, что богатая формула питательных веществ защищает руки и ногти. Кожа рук, в общем, будет гладкой и эластичной. Не содержит красителей, проверен дерматологами. Вот. Очень экономичный, потому что его тоже так же надо наносить буквально одну самую маленькую граммульку. Вот взяла вот такой крем, увидела тоже. Он достаточно в большом очень даже объеме, 175 мл, он с манго, нет, не с манго, он с абрикосом. Он пахнет просто вот как настоящий абрикос, такой кремовый запах абрикоса, такой у него такой чуть желтоватенький цвет, также мне кажется, что он больше, но у него консистенция чуть такая менее плотнее, чем вот у этого, вот. Но он также такой жирненький, пахнет кремовым абрикосом и очень подойдет для нанесения тоже так же на ночь, я думаю. Абрикос и золотой корень, какой-то питательный крем для рук и ногтей. Вот только неизвестно, что это за фирма, какой-то Octagon Group, что-то... Изготовлено, это по заказу изготовлено. Оригинальная рецептура и технологии USA. Вот. И делается в Воскресенске. Вот такой вот, прочитайте, кому интересно. Не знаю, что это за фирма.
Бутик Делит, какая-то вот такая. Вот такой крем. Далее я взяла крем, вот такой крем для рук взяла, Дерманика. Дерманика Hand Comfort, эффект за 60 секунд, крем увлажняющий. Тоже он с инжиром, масло льна и хлопка. И крем мне очень понравился, у него очень нежный аромат, аромат ненавязчивый, и он очень быстро впитывается. Вот этот крем подойдет для нанесения и днем. У него очень легкая такая текстура. Сейчас я вам покажу, вроде бы я его открывала. А, вот, а он у меня закрыт. Был закрыт, у него очень легкая текстура, ну вот как можете видеть, даже уже сразу видно, что у него легкая текстура, он с маслами, вот такой, пахнет абсолютно обалденно, очень-очень вкусно и стоит недорого, где-то в районе 40 рублей. Вот такой вот, обеспечивает питание и увлажнение, такой вот крем. Далее я решила попробовать взять вот такой крем, почему-то опять меня потянуло на лимон. Это крем с лимоном. Пахнет он также лимоном. Такой вот он тоже белый. Вот. Тоже у него довольно-таки, я бы сказала, плотненькая кремовая консистенция. Безумно пахнет лимоном. Даже каким-то, я бы сказала, лаймом. И тут написано, что крем с антиоксидантами. Питает, надолго увлажняет. Содержит свежий цитрусовый аромат. Наносить небольшими количествами. И он, как я понимаю, турецкий вроде. Вот такой вот кремик. Тоже взяла попробовать. Турецкий. Далее. Очень давно мечтала попробовать что-нибудь от черного жемчуга, так как уже много лет, наверное, больше 7 лет, я ничего от черного жемчуга не брала, хотя раньше у меня были... Было у меня знакомство с этой маркой. Вот. Я брала и тоник, брала и молочко. И вот решила попробовать крем для рук от черного жемчуга. Ну, просто обалденный. Взяла вот такой с иланг-илангом, витамином Е, протеин и шелка. Очень обалденный крем. Офигительно просто впитывается, офигенно наносится. И очень хорошо пахнет. Вот такой замечательный крем буду пробовать. Обязательно вам потом расскажу. Далее я взяла, у меня так получилось, я думала, это крем для рук, а это оказался крем для ног. Вот такого розоватого чуть цвета. Вот такой вот крем для ступней, смягчающий, Меони. Меони, лепестки сакуры, молочная кислота и экстракт имбиря. Спа-эффект придает мягкость. Вот такой крем, недорогой. Для ног вот такие миленькие тут птички. Это, кстати, у нас лаборатория Эманси, производитель. 75 миллилитров. Вот он содержит экстракт имбиря, алоэ вера, лепестки сакуры, мочевину и молочную кислоту. И заявляет, что пяточки будут гладкие и мягкие, расслабленные и обладать чувством свежести. Вот такой вот крем. И... Приятно-приятно пахнет. Вот так. Ну, вот такие у меня были покупки. Всем спасибо, что были со мной сегодня. До скорых встреч. Ждите мои новые видео. До свидания.